Всем привет! Меня зовут Марина. Сегодня я расскажу вам, как приготовить креветки в сервофиксе. Креветки – мое самое любимое блюдо, я очень их люблю. Почему мы будем готовить в сервофиксе? Потому что он не привязывает нас к плите. Очень часто у меня нет времени для того, чтобы контролировать процесс варения, потому как много всяких важных дел. А еще иногда мы берем, когда мы берем его с собой на природу, и у нас кроме чайника ничего нет, мы можем замечательно приготовить себе вкуснючие креветки за 25 минут. Ну, а еще один такой аспект, когда мы готовим креветки в сервофиксе, мы не ощущаем такого острого запаха морепродуктов, который тоже не каждый любит, когда они варятся. Ну что, начнем. Итак, как я это делаю? Берем охлажденные креветки, добавляем все, что мы любим по вкусу. Например, у меня будет укроп, чеснок, у меня будет соль. Можно добавить любые приправы, которые вам нравятся. Все это мы складываем в сервофикс, заливаем крутым кипятком, закрываем крышкой, оставляем на 25 минут. Не тревожим ни в коем случае, пусть оно там себе готовится, ну а мы занимаемся своими делами. И еще, если мы готовим на природе, вот сейчас осень, прохладно, укутаем немножко в полотенчик, чтобы температура у нас держалась подольше и чтобы наши креветки 100% приготовились. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever. Ну вот и все, мои дорогие, мои креветки готовы. Я добавлю себе немножко соевого соуса, потому что я люблю. Ну и вуаля, можем кушать. Приятного аппетита!